В областном суде начался процесс над 6 участниками преступной группировки. Сообщники похищали предпринимателей и бизнесменов и требовали за освобождение миллионы. Теперь им грозит до 15 лет тюрьмы. По версии следствия, костяк банды сформировался еще в 2009 году. Тогда один из обвиняемых создал группировку, в которую вошли 6 его знакомых. Решил создать и возглавить устойчивую вооруженную группу, банду с целью совершения нападений на граждан и их похищений, а также с целью последующего получения выкупа. Главарь вооружил всех участников оружием и формой спецназа. Похищенных людей они удерживали в доме в Нижнем Тагиле. Сейчас 4 подозреваемых находятся под стражей, 2 под подпиской о невыезде. Один из участников до сих пор находится в розыске. Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям. Максимальное наказание – 15 лет колонии.